Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И в этом видео у меня наконец-то очередная для вас распаковка. Дело в том, что и дома уже вся пряжа поскончалась, и очень давно я не делала никаких заказов. Я сама соскучилась по посылочкам, поэтому думаю, вам тоже будет интересно узнать, что я заказала. Итак, смотрим. Накладная. Чуть-чуть пошуршу, потерпите. Ух ты! Вот такой мериносик. Заказы в этот раз у меня с зимним уклоном. Сейчас все распакую, чтобы не шуршать, и буду вам показывать. И, конечно же, как всегда, самая первая осенняя распаковка начинается у нас с новинок. Новинки от фабрики Ализе. И вы только посмотрите, что мне прислали. Вот такой образец. Он невероятно мягкий, теплый. Он такой вот, хочется его прям трогать и трогать. Вообще классная такая штукенция. И это у нас новая пряжа Ализе Велюта. Плотный моточек. Такая толстенькая, притолстенькая ниточка. Ворс очень плотно на этой ниточке сидит. Здесь у нас по составу, если мы посмотрим, 100% микрополиэстер. И в этом моточке 100 грамм и 68 метров. То есть нитка специально создана для детских вещей, для пледов. Также мне пришел журнальчик с моделями из этой пряжи. И вы только посмотрите, какие обалденные пледы получаются из нее. То есть она вяжется спицами. Это уже не пуфи, которая у нас для ручного вязания идет. Это уже пряжа для вязания спицами, либо крючком. Вот такие пледы. Смотрите, какая красота. Дальше вот такие кофты можно навязать. Детские изделия. Здесь есть и береты, и шляпки. Смотрите, какая красота. И шарфики, и сумки, и даже тапочки. Конечно же, как же без игрушек? Игрушки, естественно, из такой пряжи надо вязать в первую очередь. И это у нас... Это у нас карта оттенков этой пряжи. Вы посмотрите, какой выбор. Оттенки такие все чистые, красивые, яркие. Много зефирных оттенков. Ну, в общем, палитра очень красивая. Мне нравится. Вот такая красота. Прям не могу оторваться от этого журнальчика. Хочется уже скорее, чтобы эта пряжа поступила в продажу и приобрести что-то из нее повязать. Также мне прислали каталог с пряжей Ализе. Здесь можно посмотреть, какие оттенки пряжи есть, какие можно связать из этой пряжи изделия, то есть какие-то рекомендации, идеи. Вот, помните, я носки в Инстаграме показывала. Обалденные носочки получаются из пряжи. Супервош, забыла в этот раз заказать. Ой, какой красивый цвет, посмотрите. Не надо уметь вязать жаккардом, все делает ниточка сама. Вот я как раз брала вот этот и вот этот оттенок. Носки получились просто бесподобные. Где-то тут еще видела интересную модельку. Вот, ой, смотрите, Суперлана Мегафил. Какой интересный оттенок и как красиво на этих крупных петлях смотрится достаточно простой узор. Красивый свитер, мне понравился очень.
Это у нас софти, похожая пряжа на нашу новинку, но софти намного тоньше. Есть софти плюс. Кстати, софти совсем тоненькая ниточка. Софти плюс в два раза потолще, но все равно она будет тоньше, чем вот эта вот велюта, чем новая пряжа. Из такой пряжи мы уже вязали с вами шапочку, из пуфи мы много вязали. Натурали букле, тоже классная пряжа. И уже есть у меня несколько свитеров из этой пряжи. Вот такой каталог и новинки от фабрики Ализе. Ой, как мне нравится, какая классная штука. Итак, теперь перейдем к тем позициям, которые заказала я. Следующая позиция — это пряжа Лючия. Не стала даже вытаскивать из пакета, они там так компактно лежат. Смотрите, какие малыши, они такие маленькие, они такие аккуратненькие, эти два моточка. Это у нас пряжа Люция, не знаю даже, как правильно прочитать. Фабрика Camtex, изготовлена в Германии по заказу ООО Camtex. Состав пряжи лиоцель, вискоза, эвкалипт, 96% и 4% нейлона. В общем, смотрите, на экране я вижу более голубой цвет. На самом деле, вот этот оттеночек, он такой больше в бирюзу уходит. Так, в этом моточке у нас 50 грамм и 160 метров. По рекомендациям это спицы либо крючок от 2 до 3,5. Значит, ну как обычно, стираем руками. Утюжок здесь самый слабенький. С машинки не отжимать на горизонтальной поверхности и так далее. Ну все как обычно. Вы знаете, по таким тактильным ощущениям это очень приятная пряжа. Она немножко потрескивает, вот если вы слышите. Слышите, как снежок такой, когда идешь по первому снегу, морозец, также трещит вот этот вот снег. Взяла я эту пряжу на тельняшку. И теперь кто-нибудь еще отправьте мне посылочку со временем, чтобы я все успевала. Кстати, чуть не забыла вам сказать, на всю продукцию фабрики Camtex на сайте пряжа Настенька сейчас действуют большие скидки. Этой пряжи больше не будет, и можно сейчас купить, забрать все эти остатки, которые там есть, с хорошими скидками. Так что советую зайти посмотреть, сколько она стоит. Следующее мое приобретение также из теплой серии. Это у нас Ализе кашмира. 100% шерсть. Я себе взяла на свитерочек с полосочками. Три беленьких. Вот такой вот бежево-серый, голубой и синий цвета. Итак, давайте рассмотрим этикеточку поближе. В этом мотке идет 100 грамм, 300 метров. Как я уже сказала, это у нас 100% шерсть. По рекомендациям стирать вручную, сушить на горизонтальной поверхности, машинки не стирать, спицы от 3 до 5, крючок 2-4. Вот такие рекомендации. И как я уже сказала, я взяла 3 оттенка. Это у меня оттенок 01, бежевый 207, так, голубой 245. И вот этот вот синий 403. На ощупь достаточно мягкая. Ну, я не скажу, конечно, что это кашемир. Это далеко не кашемир. Но я бы не сказала, что она не колется. Нет. Такая шерсть. Шерсть. 100% шерсть. По ощущениям. И еще одна теплющая ниточка — это картопу Мерина Вул. Вот такие огромные мячики. Вы посмотрите, какие они большие. Здесь 100 грамм и 170 метров. Я взяла сочетающиеся между собой оттеночки. Это вот такой вот шоколад темный, капучино. Вот такой вот бежевый и молочно-кремовый такой цвет. Так, давайте скажу оттенки. Это
К-335. Здесь у нас К-838. Капучино К-885. И вот этот вот К-892. Согласитесь, красиво они выглядят между собой. Ниточка достаточно такая толстая. И я хочу связать большой теплый свитер мужской из этих ниток. Так что опять мужу повезло, будет у него новый свитер. Так, смотрим по рекомендациям. Крючок 2,5, спицы 5-6. Ручная стирка, гладить нельзя, всякие химчистки и прочее тоже нельзя. 100% шерсть. Я бы не сказала, что она мягкая, мне такое ощущение, что она еще в какой-то пропиточке есть немножко. Ну такая вот, не очень мягкая шерсть, но шерстяная такая прям теплая, теплая нитка на ощупь. Итак, я попробовала вот этот вот кофейный набор. На пятерке вязала. В принципе, мне нравится, как сочетаются цвета. Все здесь отлично. Здесь еще потом будет добавлена кое-где белая полосочка небольшая. По бокам я тут попробовала косы. Косы держатся отлично. Резинку тоже хорошо держит. Только резинку надо было на четверочке хотя бы связать. Было бы еще лучше. Ну, а в общем, как все смотрится, мне нравится. Петельки достаточно ровные. Получится такой теплый-притеплый зимний свитер. Я прям вижу такую горловину с отворотом, раны, косы где-то добавить. Муж у меня, конечно, не любит ни воротники с отворотами, ни косы с ранами. Ну, не знаю, посмотрим, буду что-то придумывать. Вот такой образец у меня связался из ализе кашмира. Я вязала его на четверке. Там указано, вы помните, от тройки до пятерки спицы. И получилось, вот, ну не знаю, тройку даже уже вот, ну, некуда. Либо я так плотно вяжу. Вот, получилось такое плотное полотно. Достаточно эластичное. Оно держит форму, не растягивается. Мне нравится. А посмотрите, как сочетаются эти оттенки. Я прям в восторге. Это именно то, что я хотела. Следующий образец я вязала на спицах номер 3. Из вот этой вот вискозы Люче. И мне тоже полотно очень нравится. Посмотрите, оно мягкое, оно шелковистое, оно очень приятное на ощупь. А посмотрите, как ложатся петельки. Прям как будто бы на машине. И этот образец, да, у меня связался прям как на машине. И вот этот тоже. Я вот что-то сейчас думаю пойти посмотреть, какие там еще оттенки этой вискозы есть. И скупить. Так что... надо успевать, пока вы не набежали туда. Ну что ж, по ссылочкой я довольна безумно. Каждый вид пряжи мне по-своему понравился. Я их каждую попробовала. Огромное спасибо магазину пряжи Настенька. Как всегда, все было на высоте. Очень быстрая сборка заказа, быстрая доставка. Все качественно упаковано. Спасибо за журналы, за образцы и новинки пряжи. Надеюсь, вам понравился также мой обзор, и вы напишите свои впечатления о какой-либо пряже в комментариях. Возможно, вы уже вязали из этой пряжи. Расскажите, что вы вязали, как носится изделие. Я думаю, всем остальным это будет интересно. Ну а на сегодня я прощаюсь с вами. Не забывайте ставить лайки, делиться этим видео в соцсетях. С вами была Юля и мой факультет рукоделия. Пока-пока!